Салют, братишки, сестренки, микрофона Мистер Кей, и сегодня мы будем вновь устраивать различные хакерские проделки на нашей игрушечной машине. Я смотрю, вам очень нравится эта рубрика, поэтому ставьте свои зверские лайки, подписывайтесь и предлагайте свои идеи в комментариях. Опять же, посмотрев на ваше предложение, я понял, что хочется еще ограблений. А что же еще можно ограбить в Лос-Сантосе, как не магазин? Конечно, здесь куча магазинов 24 на 7. И прямо сейчас Франклин опять сядет в какой-нибудь кафешке, возьмет смартфон в руки и отправится грабить все это дело дистанционно. Что же, у меня уже есть два магазина на примете, поэтому давайте, так скажем, переключимся на нашу игрушечную машину и отправимся творить наши хакерские делишки. Что же, я говорю сейчас именно про два магазина, которые располагаются в гетто. Там есть один магазин рядом с магазином одежды, продуктовый магазин рядом с магазином одежды, и еще один на АЗС. Как раз таки сразу два мы и можем взять на себя. Я не знаю, что у нас получится, все-таки вряд ли продавец захочет отдавать деньги какой-то машинке игрушечной. Подумает, что какой-то ребенок просто развлекается. Но у меня для него будет сюрприз. Что же, я уже вижу первый магазин 24 на 7. Давайте здесь развернемся, потому что у этой машины есть конкретные проблемы с заездом на тротуары. Она никак не хочет заезжать на тротуар, она просто в него врезается. Так что, оу, боже мой, так что нам нужно найти какой-нибудь способ, здесь какой-нибудь пандус, например, на пешеходном переходе, чтобы заехать. Отлично, с дороги! Ох, блин, почему они такие прочные? Беги давай, беги, ох, я съехал с тротуара. Ладно, возвращаемся обратно. Так, подъезжаем. Все, заруливаем в магазинчик. Попробуем открыть двери. Так, дверь не открылась. Попробуем еще разок. Дверь опять не открылась. Да что ж такое? Блин, здесь тротуар мешает нам. Давай, 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 заезжай. Ну, мы почти заехали. Разбили все окно, но почти заехали. Давай еще раз попробуем. Ах, блин. Не могу попасть в это окно. Мы еще и колесом застряли. Там продавец стоит, нифига не понимает. Ладно. Это хорошо, что он ничего не понимает и еще не вызвал полицию. Ап, да ё-моё! Надо как-то, знаете, под углом, наверное, заезжать, чтобы у нас получилось. Опа, 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 отлично, мы внутри! Так, это ограбление! Деньги на кассу! Живо! Ты чё стоишь? Деньги на кассу! Деньги на кассу! Я пушку, разумеется, достать не могу. Деньги на кассу, или я сейчас начну все тут громить. Давай, давай. Это и был мой план. Я начинаю громить твой магазин, парень. Выкладывай деньги и клади их на эту машину. Живее. Блин, у меня не получается ничего. Опа, я разбил твои продукты. Давай, деньги на кассу. Блин, мне уже звезду дали. Ну что ты медлишь-то? Где тут твой сейф? Где сейф? Давай, выкладывай все. Блин, он стоит и такой не понимает ничего. Он решил вместо того, чтобы давать мне деньги, вызвать полицию. Ну, в принципе, здравая реакция здравого человека, не курильщика, чтобы не давать деньги игрушечной машинке. А ну давай деньги, мерзавец, давай деньги, я сейчас тебя задавлю. Задавлю тебя сейчас. Господи, как это забавно выглядит. Опа! О, он упал. Блин, тут копы, копы здесь. Деньги, живее, давай. Уже полиция пришла. Ну давай же, черт подери. Они, по-моему, не знают, что делать, мне уже две звезды влепили. Короче, план Б, план Б. Деньги взять не получается, будем действовать жестче. А ну, деньги сюда, все, забираем деньги. Что, не ожидал такого сюрприза? Мазафакер, идите нафиг. Так, ладно, где моя машина? Мне нужна моя машина, без нее я никуда не поеду. Залезаем, даем ее, давай, 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 Франклин. Франклин, возвращайся в свою тачку. Я не могу оружие убрать. Все, убрали оружие. Возвращайся в машину. Блин, план Б, план Б. Прячемся. Ах, идите нахрен от меня, копы. Да что ж я оружие-то с первого раза не могу достать. Идите к черту. У меня три звезды. И только за один магазин. Сколько здесь кровища-то. Не получается залезть обратно в машину. Что будем делать? Мне не получается залезть. Франклин, соберись. Соберись, друг, ты обязан залезть обратно в эту машину. Ах, ладно, сваливаем. Побежали! Черт, мой план провалился. Игрушечная машина не сработала для ограбления магазина. Придется, значит, угнать реальную машину. Но ничего, я просто так не сдамся. Франклина просто так не возьмешь.
Сейчас мы отъедем отсюда и, разумеется, попробуем то же самое с другим магазином. Так или иначе, мы деньги-то забрали. Так что попробуем уже с другим магазином. Тут вся проблема в том, что на игрушечной машине так просто не ограбишь магазин. Он просто стоял, наверняка хохотал, но он поплатился за это. Поплатился своей жизнью. Ладно, нам надо затаиться. Я бы, знаете, в туннель заехал. Здесь, правда, туннель-то совсем маленький, но пока... А, над нами уже есть вертолет. Но я все равно попробую заехать в этот туннель и затаиться там, потому что подобные места, они... Окей, допустим, там уже полицейская машина прям позади нас была. Так, поедем в этот туннель. Давай, заезжаем. Они нас потеряли, отлично. Все, выходим, дальше пойдем пешком. Все успокоилось, так что пора выезжать из метрополитена. Кстати, вот интересно, у нас едет трамвай. Давайте попробуем проехать под поездом. У нас получится это сделать или нет? О, боже мой, он остановился! Но он дальше поехал, черт, что происходит? Ох! Ну почти, черт подери! Он нас просто прижал очень сильно к земле, но все-таки мы остались живы. Ладно, выезжаем обратно на поверхность, нам пора ограбить второй магазин. Надеюсь, в этот раз все пойдет гладенько, как по плану. Нам нужно сейчас, получается, съездить... к АЗС, недалеко от Grove Street. Там располагается еще один магазин 24/7. Надеюсь, в этот раз продавец станет умнее. Иначе он тоже поплатится своей жизнью. Так, отлично. Заруливаем. Я еще ему и АЗС взорву, если он будет сопротивляться. Так. Блин, какой тут высокий бордюр. Я сюда точно никак в жизни не заеду. Кто делает такие высокие бордюры? Ё-моё. Попробуем сейчас аккуратно так сбоку тут проехаться, чтобы у нас все получилось. Вот так вот. Опа, блин, да еще мусора-то сколько. Что ж за гетто ура... Куда мы скользим, ё-моё? Я просто скользил там, что? Черт, мы, кажется, этот магазин с вами ограбить не сможем, потому что мы не можем туда заехать. Ладно, я попробую тогда с разгона сейчас... Опа, блин, мы просто впечатались. Хорошо. Давайте попробуем еще разок тогда сбоку проехать, но почему-то я там скольжу. Не знаю, с чем это связано. Давай, выруливай. Нам нужен этот магазин, нам нужны деньги. Нам нужны деньги, я только таким хакерским способом могу деньги добывать. Вот, мы опять скользим. Мы опять скользим, да ё-моё, за что такое? Ладно, нам нужен тогда другой магазин продуктовый. Что, может быть, тогда магазин одежды ограбить, я там, не знаю, парикмахерскую. Но нет, такое себе. Давайте отправляться искать другой магазин. Я плохо знаю расположение магазинов в Лос-Сантосе. Знаю один только наверху карты, там где Вайнвуд находится. Так что можно направиться сейчас туда и попробовать грабануть его. Сможем проехать под машиной? Оу! Весь бампер ему разнесли сзади, но ничего. Блин, хотел посигналить ему. Но она не сигналит, это же игрушечная машина. Игрушечная машина сигналить не может. Так, мне бы меточку на карте поставить, чтобы точно ориентироваться. Нам нужно направиться вот куда-то сюда. Путь, конечно, не близкий, но это будет того стоить. Это единственный магазин, про который я знаю. Так что, блин, так что попробуем грабануть его. Да уйди с дороги, не видишь? Игрушка ездит по городу. Так, интересно, смотрели на меня из окон машины. Слушайте, а вот мы проехали под трамваем. Интересно, а под настоящим поездом можно проехать или нет? Тоже очень хороший вопрос для эксперимента с игрушечной машиной в GTA 5. Уже темнеет, скоро магазин закроется. А, нет, он же круглосуточный. Конечно же, он не закроется. Ё-моё. Давай, поехали. Нельзя тянуть. Кота за хвост. Мы уже рядом. Так, заруливаем сюда. Блин, обожаю гонять по улицам, но еще больше мне нравится гонять по тротуарам. Давайте вот сейчас кого-нибудь попробуем сбить или наоборот напугать. Обычно, когда люди видят такую игрушечную машину, они очень сильно пугаются. Ну, что-то я людей здесь не вижу. Где все люди, черт подери? Где все прохожие? Ну ладно, пугать никого не придется. Опа, вот они. Здравствуйте, мэм. Смотрите, какая игрушечная машинка. Видите, она испугалась, просто побежала отсюда. О, под такси я проехать смогу? Такси уже повыше. Ах, нет, нужны прям джипы какие-то. Вот мы когда ездили на военной базе, мы что же... О, нет, у нас игрушечная машина сломалась.
Боже мой! Все, отремонтировали ее. Вот когда мы ездили на военной базе, там весь транспорт был высокий. Джипы, всякие хаммеры, грузовики, самолеты в конце концов. И там было легко под всем этим проезжать. А здесь ситуация совсем иная. Ох! Черт! Как красиво мы встали обратно на колеса. Такое, знаете, обратное сальто сделали. Только мы фактически не сальто сделали, а перекатились наоборот. Господи, как же далеко ехать до этого магазина одежды. Не оценил я состояние. Расстояние не оценил. Но мы уже почти приехали. Сдаваться нам ни в коем случае нельзя. Осталось всего лишь 2 квартала. Я готов на все, что угодно ради денег. В этом городе. План будет тот же самый. Въезжаем туда и пытаемся выловить продавца, отдать нам деньги. Надеюсь, он послушается, потому что причинять никому вред я не хочу. Опа! О, смогли заехать. Блин, мы застряли. Давай, 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 давай. Давай, чуть-чуть, 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 ну уже. Заезжай, отлично, все. Это ограбление! Блин, это еще не ограбление, погодите. Сейчас будет ограбление. Да, это ограбление! Деньги на бочку! Деньги на бочку! Точнее, на машинку, да! Деньги на машинку клади! Все деньги клади на машинку! Я сейчас опять буду тебе портить здесь все. Хотя в прошлый раз, когда начал портить продукты, он сразу вызвал полицию. Так что давайте в этот раз сразу с ним начнем конфликтовать. Давай, давай, давай! Или же можем разбить ему вот эти вот напитки. Я не могу туда заехать. Мужик! Ты чё так смотришь на меня? Ты чё так смотришь на меня? Или давай все деньги сюда. Или же сразу вызывай копов, потому что иначе я буду тебя давить. Да, он вызвал полицию. Оу! Он встал на нашу машину, могли его повезти. Тоже такой интересный момент. Можем людей перевозить так на машине? Ну же, давай деньги, черт подери! Опа, он опять на машинке. Он опять на машинке. Давай попробуем его вывести из магазина. Я не знаю, получится у меня это или нет, потому что... Это надо прям очень аккуратно делать. Оп, 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 оп. Он стоит в свеченной игрушечной машине. Так, выруливаем. Главное, чтобы полиция сейчас не помешала. Опа, блин, мы его выкинули из магазина. Давай, давай, вставай, вставай, вставай на машинку. На машинку вставай. Оп, оп, оп. Ах, он падает. Черт, я еще в деньги не забрал. Деньги, где деньги, ё-моё. Любовский, где деньги? Ладно, я сам заберу твои грёбаные деньги из кассы. Без денег я отсюда не уйду. Давай, Франклин, черт подери. Воруй, 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 воруй. Все вытаскивай, набивай карманы. Отлично. Немного денег забрали. Идите к черту, копы грязные. Я вам так просто не дамся. Неужели мне опять не получится в машину сесть? Ах, отлично, мы сели. Валим отсюда. У нас всего лишь 2 звезды. Уйдем от копов проще простого. Опа, кошка. Кошка, смотрите, мы размером с кошку. Ой. О, она жива. Не пишите гневные комментарии, кошка осталась жива. Так что уезжаем. Я думаю, мы очень быстро сейчас можем скрыться в каком-нибудь переулке. Все-таки 2 звезды это не 3 звезды, и от них скрыться будет очень легко. Но проблемка есть в том, что машинки-то у них гораздо быстрее будут, чем наша тачка. Так, давай, вставай, вставай на колеса, живее. А, они опять нас увидели. Ладно, я постараюсь ускориться, оторваться от них и заехать в какой-нибудь переулок. Как-то так мы, наверное, поступим с вами. О, все, мы скрылись. Осталось только избавиться от звезд. Думаю, вот сюда вот на парковку можно заехать, заныкаться где-нибудь здесь и переждать все это дело. Или даже вот этот гараж. Да, отличный гараж. Заедем сюда. Давай, 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 сдавай назад. Сдавай назад, сдавай назад. Отлично. Все, все. Ну что, это вышло гораздо круче, чем в первый раз. Попытка номер 2, я считаю, полностью удалась. Я не думаю, что они смогут отыскать эту игрушечную машинку в каком-то рандомном гараже в Лос-Сантосе. Да, миссион комплитно. Ограбили магазин с помощью игрушечной машины Инки и нашего секретного трюка с Франклином. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, так что обязательно поставьте ему свои зверские лайки. Не забывайте также подписываться на канал, если вам нравятся моды, если нравится GTA 5. И приходите на все новые видео. А у микрофона был Мистер Кей. Всем хороших игр, хорошего настроения, удачи и пока.